Уверенно говорить о завтра можно и нужно, если позади 8 лет непрестанного развития и успеха. А сегодня крупнейшая сеть, стабильная лидерская команда, многочисленные отраслевые награды и продукт, пользующийся невероятным успехом. В 2004 году идея создания крупной косметической компании с головным офисом в Барнауле многим казалась малоосуществимой. Но ее основатели, изучив потребительский рынок России, пришли к выводу: он остро нуждается в косметике высокого класса, доступной по цене. Косметике, которая бы не просто дарила молодость, красоту, но обладала философией. Поэтому было решено обратиться к богатому в этой области наследию Китая. Компания заключила контракты с ведущими косметическими заводами КНР, которые сегодня эксклюзивно для Мэйтан выпускают уникальную продукцию. Продукт, который мы производим для Мэйтан, является эксклюзивным и единственным на этом рынке. Сегодня Мэйтан – один из лидеров косметического рынка России. Блестящая бизнес-стратегия компании построена на принципах сетевого маркетинга. И это не случайно. Рекомендательный маркетинг стал основой деятельности тысяч и тысяч самых успешных компаний во всем мире. В России он признан на государственном уровне. Несколько лет назад в реестр профессий России была введена специализация «менеджер сетевого бизнеса». MLM – многоуровневая система продаж. Преподается в Гарвардской торговой школе. А по данным журнала Wall Street, в 2010 году от 50 до 65% всех товаров и услуг были проданы именно посредством MLM. В 2007 году Геральдической палатой России была официально зарегистрирована награда для сетевых компаний – Орден «Золотая сеть», которым в числе первых была награждена компания «Мэйтан». Темпы развития компании во все годы были впечатляющими. И даже кризисный 2011 год подтвердил незыблемые позиции Мэйтан на рынке. В то время как многие сетевые компании, и тем более линейный бизнес, потерпели резкое снижение продаж, по итогам первых трех кварталов 2011 года общий товарооборот Мэйтан продолжает увеличиваться. Прирост оборота у лидеров VIP-команды составил 50%. Новые представительства открылись в 10 городах России. Компанией было выпущено 78 новинок. И сегодня Мэйтан – это более 200 регионов России, более 100 региональных бизнес-центров, десятки тысяч консультантов. Это уже Украина, Казахстан, Молдова, Армения, страны Балтии. В настоящее время компания готовится к подписанию контрактов с Италией, Польшей и Турцией. Компания не просто заняла достойное место среди лидеров сетевого бизнеса, но завоевала авторитет на косметическом рынке в целом. Мэйтан – обладатель золотой медали выставки «Интершарм», постоянный участник косметического форума в Москве, задающий вектор развития косметического рынка России. Очередным доказательством этого стало открытие нового современного офиса «Мэйтан» в Москве. В конце 2010 года в рамках своей антикризисной программы специалисты Мэйтан предложили обновленный маркетинг-план под девизом «Навстречу мечте», гибко подстроенный под современную экономическую ситуацию в стране. Но в отличие от большинства сетевых компаний, урезавших процент выплат по маркетинг-планам, в Мэйтан решили пойти другим путем. И наоборот, сделать все для поощрения самых активных лидеров структур. Маркетинг-план прост в изложении и может быть с легкостью просчитан. Консультант ничем не рискует при вхождении в бизнес, так как имеет возможность начать свой бизнес без первоначального капитала. Разница между ценой консультанта и клиента составляет 50%. Маркетинг-план предусматривает отпускной фонд, наследование контракта и самые выгодные условия для вступления в бизнес профессионалов. Это президентский грант для стремительного роста, различные премии, поощрение топ-лидеров компании автомобилями Ford Focus и Volkswagen Jetta. Преимущества от введенных изменений очевидны. Это увеличение выплат компании почти на треть, усиление мотивационных механизмов к построению молодых структур и росту собственного лидерского статуса. При наличии сбалансированной структуры рост бонуса у консультантов увеличился почти в 2-3 раза. Маркетинг-план в компании сравнивают со скоростным поездом, который символизирует разгон на карьерном пути любого человека. «Успейте сесть в этот поезд», — говорят эксперты, чтобы приехать на свою станцию успеха первым.
Бизнес должен приносить не просто деньги. Он должен приносить счастье, которым необходимо делиться. Это основа деятельности компании. Именно поэтому у Мэйтан яркое социальное лицо. В рамках проекта «Жизнь одна» компания оказывает поддержку детским больницам. Философию компании об успешном будущем, которое мы созидаем в настоящий момент, отражает косметика Мэйтан, преображающая уже сегодня и гарантирующая стойкий результат завтра. Под брендом Мэйтан выпускается более 400 косметических и гигиенических средств. Полностью адаптированные для европейского потребителя косметические линии являются эксклюзивными на российском рынке и соответствуют международному стандарту качества ISO 9001-2000. Уникальность косметики Мэйтан в беспрецедентно высоком содержании активных веществ, экстрактов растений и экзотических продуктов животного происхождения. Когда вершится завтра? Именно в это самое мгновение. Наши поступки, дела, наши мысли, мечты – все это фундамент, на котором жизнь возводит завтрашний день. Сделайте шаг навстречу мечте. Ведь, как говорят китайские мудрецы, дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Мэйтан. Навстречу мечте.